А что будет, если ОДКБ, значит, выйдет Армения из ОДКБ? Весьма резко возрастет опасность, я бы сказал, военных столкновений, которые не будет в перспективе своей встречаться с опасностью ответа реального. Так или иначе, американцы или Запад, или НАТО не полезет в этот регион, чтобы защищать Армению от Азербайджана. Ну, представьте себе эту ситуацию. Сейчас натовцы с трудом удерживают себя от прямого вовлечения в конфликт с Россией в Украине. Они будут защищать вас, когда Азербайджан решит, что значит, решить окончательно армянский вопрос. Да? Нет, этого не будет.